Добрый день. Добрый день. Как дела? Замечательно, а ваши? Хорошо. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, скажи мне, пожалуйста, что вы делаете здесь? А я здесь представляю Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Также я советник посольства России в Алжире. Ну, скажи мне, пожалуйста, это первый раз выставка поставили здесь в Алжире, да? Да, действительно, Россия впервые участвует в такой выставке в Алжире. Мы привезли сюда 17 компаний, и действительно, вот в этом году у нас такое большое количество и визитов, и разная сфера сотрудничества, поэтому надеемся развивать дружбу и торговлю с Алжиром. Что вы смотрите, отношения России, отношения алжирские отношения? Это самые прекрасные отношения. Мы очень уважаем и любим друг друга. У нас отношения братские, поэтому это видно во всех сферах. Мы очень довольны, что нас так принимают с такой дружбой и любовью в Алжире. Сегодня это третий день, да? Да, сегодня третий день этой выставки. У нас очень большое количество результатов, очень много встреч. Многие люди заинтересованы, подходят к нашим стендам, спрашивают информацию, пытаются наладить какое-то сотрудничество. Сколько у вас здесь в Алжире? Да, я в Алжире год, один год, да. И как Алжир жить? Нормально, тебе нравится? Прекрасно. Алжир очень замечательная страна. Мы очень, правда, похожи с русскими. И у вас замечательный климат, теплая погода, поэтому мы очень рады своей жизни в Алжире. Что вы знаете в Алжире? Что ты попробовала? Что ты смотрела? Где ты находишься? Ну, в Алжире, в основном, поскольку мы дипломаты, мы очень редко выезжаем, но очень нравится выезжать в Типазу, сам Алжир нам очень нравится, посещала Константину, очень замечательные такие места. Везде, где я еду, всегда очень красиво. Ну, что ты попробовала, кушала? О, ну, попробовала шахшуха. Очень моя подружка алжирка сделала мне ее, это было очень вкусно. Ну, конечно, кускус и все, что касается мясных продуктов, это просто очень вкусно. Хорошо. Я знаю, что вы говорите хорошо по-арабски. Можно какое-то слово для алжирских людей? Конечно, да. Шукран джазилен лейда хази фурса. Нахну джиддан суада би вуджудна фи Аль-Джазайр, у кямуватанин рус, у кулю асдыга рус, хуна суада би вуджудна фи хазаль маарад Джазайгро, у нататалла аля мазид иля таауан, у садаха бейна шоу, у нантазаркум фи Аль-Джазайр, у фи Москву айдан. Спасибо большое. Спасибо вам.